Гимн Республики Казахстан прозвучал. Вот-вот начнется наш поединок. И давайте-ка о составах команд. Начнем с гостевой команды. Команды тренируют актюбинскую команду, которая сегодня играет в красной форме. Владимир Муханов, известный в Казахстане специалист из России, оказался бы на позиции замыкающего. Очередной угловой и вновь мяча Джуматов. На этот раз подача в штрафную Джуматова, и счет в игре открыт. Принесло пользу тактика Атырау. И Брэдрик Сикимич, капитан атырауской команды, скинул мяч на дальнюю штангу. Я так понимаю, смотрим мы повтор момента. Да, мяч от головы Сикимича. Ну и такое было ощущение, что Перцу все-таки задел мяч головой. Смотрим мы повтор. С этого ракурса должно быть видно лучше. Или же все-таки не задел Перцух. Ну, диктор на стадионе записал на ближнюю штангу. Здесь справляются красно-белые. Есть возможность провести контратаку. Хороший пас Абата Имбетова на Ринальдо. Ринальдо догоняет его Барбарич. И все-таки это не Барбарич. Спасает свою команду Франтишек Кубик. Подача углового в исполнении красно-белых неудачная. Тем не менее, с мячом остается Абата Имбетов. Повторный заброс. Может быть опасно. И мяч залетает сейчас от Юрия Персуха в ворота. Счет становится в нашей игре 1-1. Интересное развитие событий. Роковая ошибка защиты Атырау. И сейчас по неосторожности Перцух срезал мяч в свои ворота. Здесь, конечно же, Пасиченко ошибся при выходе из ворот. Таким образом, застал врасплох он своих защитников. Замешкались здесь игроки обороны. И в итоге мяч от ноги Перцуха аккурат. Внимание этому стандарту. Розыгрыш мяча. Джуматов. Подача! Может быть удар по воротам. Игра продолжается. Нейн на ударной позиции. И брос линии Джем. Сикимич. Скидка мяча. И бьет сейчас в падении через себя Юрий Перцух. И попадает точно в... Подача. Скидывает мяч Барбарич. На ударной позиции был Джозеф Нейн. Атака Атырау продолжается. Бабатунде укрывает мяч корпусом. Здесь в борьбу включается Аблетаров. Возня с мячом около штрафной Актюбе. Передача хорошая на Сикимича. Сикимич на ударной позиции бьет сейчас серп. И счет становится 2-1. Выводит свою команду вперед Брэдрик Сикимич. Совсем одного его забыли сейчас защитники Актюбе. Почему-то все выдвинулись на игрока, который отдавал передачу. Это был Калмуратов. Шикарную паузу он выдержал. Отдал пас на Сикимича. Брэдрик избежал положения вне игры. И забил свой второй мяч в этой игре. Оформляет дубль Брэдрик Сикимич. Шикарная. Калмуратов сейчас начинает контратаку. Атырау. Передача на Бабатунде. Поддерживает атаку Абдрахманов. Бабатунде сейчас каким-то образом пронесло. Играть угловой. И в штрафной Атырау мы видим всех рослых футболистов. Нефтяников. Со штрафной Актюбе, извините. Подача Калмуратова. И сухой лист выполняет сейчас Куаныш Калмуратов. Шикарный мяч забивает игрок под 18 номером. Ну и, конечно же, тут без оплошности вратаря Актюбе не обошлось. Лучший гол 32-го тура. Ну и видим, что здесь Трофимец ошибает. Мастерство своих футболистов, которые играют впереди. На дриблинг, скоростные качества Абата Имбета. Удар по воротам. Тем временем
Предрак Секимич. И шикарный гол. Сухой лист выполнил никто иной, как Калмуратов. Может получиться у нефтяников. Секимич, перевод мяча на Бабатунде. Бабатунде встречает Симчевич. Бабатунде на ударной позиции бьет сейчас нигереец, но... Также травмы получили Рамиль Нурмухамедов и Саша Марьянович. Ошибается Тимирхан. И какой момент сейчас упускает на ударную позицию. И звучит свисток Георгия Чеховского. Поединок 32-го тура чемпионата Казахстана между Атырау и Актобе завершается в пользу команды хозяев. Счет 3-1. Я напомню, что...